День донора крови и множество праздников, о которых Олег Николаевич уже сказал. Хочется сказать, что завтра еще и, безусловно, начинается большой праздник спортивный в нашей стране, чемпионат мира по футболу, и мы приглашаем всех неравнодушных завтра в Центр крови для того, чтобы зарядиться положительной энергией, передать, вот, победить и стать донором, и победить, может быть, где-то и себя, и преодолеть, и заразить тем самым наших футболистов, чтобы они победили завтра Саудовскую Аравию, ну и одержали первую победу на чемпионате. Приходите все в Центр крови, все желающие, по адресу проспект Победы 85. На самом-то деле, если кто-то там еще не был, это один из, наверное, лучших в нашей стране медицинских учреждений службы крови, которое, ну, просто для доноров создает максимально комфортные условия. Мы со своей стороны подготовим подарочки для доноров и обеспечим хорошее настроение. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».